пожилая женщина погибла при пожаре в Череповце. Трагедия случилась в воскресенье около 6 часов утра. В доме номер 181 по проспекту Победы загорелась трехкомнатная квартира. В одной из комнат на деревянной кровати находилась женщина-инвалид первой группы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области, рассматриваются две версии возникновения пожара. Аварийный режим работы медицинского электрического аппарата, который располагался в очаге пожара, либо неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей. Огонь уничтожил постельные принадлежности, частично сгорела односпальная деревянная кровать. Пострадала внутренняя отделка комнаты на площади 8 квадратных метров. Вся квартира закопчена продуктами горения. Другие жилые квартиры в результате пожара не пострадали. В Кирилловском районе рейсовый автобус съехал в кювет. Это произошло в субботу около 14.50 на 55-м километре автодороги Воскресенско-Иванов-Бор-Кириллов. По предварительной информации, рейсовый автобус Hyundai двигался по маршруту Вытегра-Кириллов-Череповец. Во время движения у транспорта произошла поломка. Машина съехала в кювет. В момент ДТП в автобусе находилось 19 взрослых и один ребенок. Травмы получили две женщины и один мужчина. На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Вологодские полицейские разыскивают подозреваемую в преступлении. Женщина в магазине украла сотовый телефон. Ущерб от действий неизвестной составил порядка 35 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Приметы: женщина на вид около 40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, светлые волосы. Была одета в куртку синего цвета, белую футболку, юбку светлого цвета. При получении какой-либо информации о местонахождении указанной женщины просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.